опять идем на прогулку и хотим зайти в магазинчик, который вчера был закрыт. Поэтому приглашаю вас с собой вместе. Один магазинчик работает. Сейчас мы вчерашний, который был закрыт, уже поздно. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Здравствуйте. Вот эти хорошие халатики. Ну да, цена лишь. Ну этот классный в пол. 768. Наша любимая техника. Ну просто без прикрас. Ланчматы. Тут классный с орнаментом. Но сам кусочек, я не помню, почем цена. А, 32 гривны. 32 гривны. Для моих... вставочки ставить, да. Сейчас походим, погуляем и подумаем. Две штуки 45 на 75. Просто можно, знаешь, как использовать орнамент куда-то. А вот какие красивые рушники. 44 гривны. Так, я сейчас подумаю, похожу, вот что-то из этого надо взять. Для ланчматов мне резать. На подарок. У меня есть девочка, которая очень любит натащить все. Масса всего красивого. Сейчас пойдем там еще посмотрим. Передничек. Я все мечтаю сделать себе передник, который я не ношу. Но люблю, чтобы был. Ланчматы. Сколько он стоит? 32 рубля. Гривны. На лавочке. Я боюсь, что оставлю здесь сиденье. Глянь. Детские какие наволочки. Ослик. Смотри, какая прелесть. Нужно меня срочно отсюда выводить. Мышка уже всего года. Класс. Пижамки, динозаврики. Большой размер. А, вот она. Пижамка. Так, ну я еще простыню с городами. Простыню с городами ищу. Тут наволочка, я ищу простыню. Так, я пойду сейчас выберу себе все-таки полотенце с рисунками на какие-то аппликации. Что-то я сейчас здесь себе куплю одно. Вот что я себе куплю. Таких я точно не найду птиц. Все, вот этот беру. Смотрите, еще какой, но здесь половинки разрезаны. Но это, конечно, покупать нельзя. Смысла нет. Составлять, конечно, можно, но тетерева этого или кто это, индюк какой-то. Но, конечно, нет. Прогадали они, промахнулись. Прошу прощения, держу одной рукой. Ну, вот такие еще зайцы. Ну, не буду брать зайцев. Шикарная простыня. А, это полотенце. 117 рушник. А. Красиво. Очень красиво. Классная идея. Кто-то придумал. А вот тут из красивых лоскутков халатики. Это мы не трогали. Мы не трогали, да. А вот какие красивые. Просто играться? Да. Прикольно, да? Угу. Почем? Я возьму. И свет. А, ты мне? Да. Да не. Приду домой, сниму, какие я купила себе. Я купила подарочки, подружечка мне подарочек. По подарочку мне купили. Похвастаюсь. Хочу показать, что мы купили мне в подарок. Это мне подружка подарила. Наволочку, которая будет распорота и куда-нибудь использована, совсем другое какое-нибудь дело. Простыню я не стану брать. Дороговато. Зачем мне целая простыня? Там как раз повторялись вот такие фрагменты. То есть я ее всю распорю, разглажу, но это уже будет дома.
какая красота. И посмотрите, какая стая птиц у меня теперь есть. Тоже я могу куда-то использовать свои пиццы. Это я все распарю. Как раз выгадаю еще по сантиметру этих хвостиков. Если что, даже смогу аппликации доставить. Но самое главное... А вон они, эти хвостики вверху, я их буду составлять. Ну, вот мои сегодня покупочки. Шикарная осень пришла в город. Вышла прогуляться. Я не стала так... Или я бояться стала меньше. Я не стала так блудить. А то я такая барышня. В трех соснах возле своего дома могу заблудиться. А тут в чужом городе. И я достаточно смело так уже выхожу. И совсем на другом адресе я уже в очередной раз. Сейчас ко мне приедет клиентка, потом подруга вечером. Я вышла прогуляться, купить фруктов. Зашла в ловчоночку симпатичную, покажу. Может, сейчас еще что-то найду интересно. Я вчера, когда ехала на такси, здесь была барахолочка. Но сегодня, видимо, она не работает. И я просто прогулялась. Ну, все, иду домой. Да я смотрю, что-то такое интересненькое. В окошко увидела. Мы с подружкой прогулялись по райончику слегка, хотели попить кофе, места нам не хватило. Зашли в маленький магазинчик, купили, боже, да что ж такая лохматая. Купили маленьких игрушечек. Я люблю всяким деткам знакомым дарить мелкие игрушечки. Привезу с Киева внуку, подружкиному сыночку. Привезу маленькие игрушечки в ручку. Сейчас я покажу, как мы прогулялись, и покажу в конце маленькие покупочки. Я теперь гощу у подружки у своей. Я ж переезжаю с Ваха в таком районе симпатичном. И мы вышли пить каву. Зашла, купила мелкие сувенирчики внуку и подружкиному мальчику. Я люблю маленькие мелкие игрушечки. Зараз идем в каву. Что нет места, мы взяли с собой и все, идем с собой пить, идем гулять дальше. Какой уютный магазинчик, здесь можно кофе попить, посидеть. Ну а здесь просто возле остановки ларечки мы увидели магазин тканины, и вот мы идем посмотреть ткани. Может, он еще открыт, хотя мы очень поздно вышли. А здесь, видите, машина стоит пожарная. Ай, закрыт магазин. Ну, конечно, мы очень поздно вышли. Сегодня еще воскресенье, до 16. Надеюсь, получится потом посветлее показать. Это я купила, когда ходила сама. И хвасталась, что я сама не заблудилась. Такие маленькие 4. Очень люблю мелкие игрушки сама. Дарю детям мелкие игрушки. Ну, потом еще можно гостинчик там или денежку, например, внуку. Поэтому. А это вот подружкин мальчик очень любит лепить.
Гляньте, какая машина. Ее можно залепить всю вот так тоже. Можно разрисовать фломастерами. А вот здесь дырочка, копилка. А там такой пластилин. И с формочками. Ну, это тоже внуку мотоцикл. Ну, вот такие мелкие подарочки. Потому как ехать, тащить сумку. Ну, и за это время, может, еще что-нибудь куплю. Мне там подарки купили, привезут. На днях тоже покажу. В торговом центре. Но я не стала снимать весь торговый центр. Потому что, ну, торговый центр, как торговый центр. Вот как раз сверху видно. Большой, приятный, чистый, уютный. Ну, не очень многолюдный. Вот такой. Даже видите, некоторые отделы закрыты, но мы почему сюда поднялись. Здесь вот отдел с рукоделием. Вот очень интересные игрушки. И смотрите, какая прелесть. Ага, он закрыт. Он закрыт. Он тоже закрыт. Ну, мы посмотрим с этой стороны. Ну, что ж теперь? Что ж теперь? Что ж теперь? Сумочки здесь. Ну, это, конечно, закупка. Это тоже что-то такое. А нет, это вот как раз валяные крокозяблики. К сожалению, закрыт. Ну тут и для рукоделия с рукоделием, да? Да. Ну вот так общий обзор. Я смотрю, валяние еще пользуется спросом. Ну это я не могла не снять. Это я решила заснять. Симпатично. Вот как раз и видно то, что мы на первом этаже прошли. А цены, ну, в принципе, даже в интернете найти. Видите, тут название отдела есть. Только натурально шкира. И все, можете забить в интернете и посмотреть цены. Вау! Там красота какая, да? Обратно пойдем? Ой, вот так нравится. Видишь, как раз видно. Да, я тут снимала красиво. Но все закрыто почему-то. Может, потому что сегодня праздник и работает только первый этаж. Фото. Арбуз. Ох, током долбанулась. Хотела взяться за поручень, чтобы медленнее, ровнее вести. Такой получился обзор с крыши. Здравствуйте. Это мы хотели зайти, а нам телефонный звонок нам помешал. Ох, какая красивая. Ох, как выше. Красивая. Ой, а там какие нарядные. Тут счастье. А вот еще замочки. Смотрите, их только наполнители нет. Это с подкладом. Какая прелесть. 320 гривен. Вот тоже для любителя 270 гривен метр. Ой, а эти какие ткани, Африка. Боже. Хлопок. А вот какой красивый, боже мой. 270 гривен метр. О, с городами, моя любовь. Клад бы пошла красиво. Ой, какая красивая, прям как ручной. Как ручной роспись. Какая прелесть. Требедушин медальонами. Чуть не упустила. Медальонами. Ой, какие. Слушайте, прям насекомых делать можно.
C90, натуральный, натуральный. Италия. Ой, какой разнообразный. Вот я что люблю тоже. 1220. Гляньте, какой. Ой, какая прелесть. Вот еще песня. Отцы залишки. Сейчас я спрошу вот этот кусочек. Очень он мне приглянулся. 1500, 2, ну так, средне. Ой, какая красота. Можно подойти, да? 97 градусов. Я смотрю, 310. Не знаю, может, это уже последний мой киевский влог, может, не последний, но, наверное, уже буду выставлять, когда приеду из Донецка. Подумаю. Попали мы в еще один магазинчик, который в празднике был закрыт. Рай для рукодельниц. Сейчас я вам все покажу. В центре заблудились. И представляете, нашла отдел для рукоделия. Сейчас посмотрим. Ага, это тут секс-шоп. Тут вот электрика. Гляньте, какой рынок. Вернее, не рынок, а отдельчик. Сейчас зайду, посмотрю. Машиночки. Ой, косая бейка. Глянь, что мы с тобой раньше не зашли здесь побродить? Если бы что-нибудь себе для рукоделия взяла, чем-то занималась бы, тут просидела. Без дела. Помпончики. Красивые обивочные. Какой обилен. Очень красивый. Бязь. Это такая, как была простыня. Это бязь? Да, я вижу. Да, то на постели. Здесь 2,20, а вот справа там метр 50 ширина. Это 110. Она, в смысле, она идет кольцом? Да, да. И какой там ширина? 2,10, если вот так, да? Да. Метр 50 ширина. Как скатерная судорога. Вот это, да. Длина стола большого и все. Это шелк. Вискоза. Вискоза. Цена 35 метр. Здесь натуральный шелк. А, это хлопок. Это как джинсовка.
159 гривен в метр. Вот джинс. Корея. Лен. 160. Кому такой красивый. Темная какая веселенькая. А блин необыкновенный. Не, я не повезу, конечно. Конечно, я не повезу. Очень красиво. Ну все. Все, выхожу. Все, всем пока. Всех целую, обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Нажимайте на колокольчик.